Дорогие прекрасные женщины, я вас поздравляю с вашим праздником. И, знаете, хочу вам пожелать, наверное, исполнение всех ваших желаний. Желание у вас, так как в этом году я веду дамский класс, и с девочками я неразрывно, да, каждый раз, смотря на них, понимаю, какие вы многогранные, как много у вас нюансов, как вы сотканы из разных капризов, каких-то легкомысленных убеждений, плюс к этому, насколько умеете поставить все на свое место. Вот пусть ваши желания сбываются, пусть ваши мужчины вам соответствуют, вернее, соответствуют тому понятию прекрасного, которое вы сами себе создали. И нашим педагогам всем, а у меня дамский коллектив прежде всего, я желаю очень разумных, внимательных учеников.